Скептики думали, в Кишинев французы приедут чуть ли не вторым составом. Но эксперты предполагают, а главный тренер Дидье Дешам располагает звездами мирового масштаба. С футбольного небосклона в молдавскую столицу Лориса, Матюди, Жиру, Погба, Гризмана и других встречают, как полагается, с хлебом и солью. Антуан Гризман пробовал не только молдавский каравай. В Кишиневе маленький принц, нападающий атлетика, отметил и 28-й день рождения. Подарок от команды – праздничный торт. На день рождения Гризман не только торт получил, но и чемпионский перстень с бриллиантами в 11 карат и рубинами. По американским спортивным традициям заслужить надо. За океаном вместо привычных медалей победителям вручают такие украшения. Именно Гризман и Погба, большие фанаты НБА, привили сборной Франции заокеанские манеры. Так дружина Дидье Дешама готовится к игре со сборной Молдавии. К принятию гостей такого ранга готовился и сам Кишинев. На улицах полиция, дороги перекрыты. 22 марта 2019 года. Эта дата навсегда войдет в историю молдавского футбола. Сборная Молдавии играет против действующих чемпионов мира. В Кишиневе сегодня особая атмосфера. На улицах города сотни французских болельщиков, и все настроены позитивно. И неудивительно, в победе своей команды французы уверены, а в Молдавию приехали как на экскурсию, на страну посмотреть, да и с кухней местной познакомиться. Do you know what is Mamalyga? Mamalyga, yes, I know it. I taste it, it's cool. It tastes perfect. Brinza? No words, no comments. What do you know about Moldavian team? Я знаю про тираспольский футбольный клуб «Шериф». Там играл один из футболистов молдавской сборной, сейчас он играет за итальянский «Торино». Билеты на матч разлетались с небывалой скоростью, с такой же, как Поль Погба прически меняет. На его побелевшие волосы и на других топовых игроков нашлось много зрителей. Кстати, болельщики трибуны начали заполнять задолго до стартового свистка. На чемпионов мира смотреть было приятно. Тотальный контроль и превосходство. Но Молдавия проявила характер и забила гол престижа. 4-1. Герой сборной Владимир Амброс. Этот гол, да, гордость для меня, но в первую очередь результат команды важнее. После матча журналисты в ожидании комментариев от победителей. Мбаппе, Гризман, Погба проходят мимо СМИ. Но местных фанатов не оставляют без внимания. Но попадались и разговорчивые французы. В высказываниях о сборной Молдавии были деликатны. Мы сыграли хорошо, старались как можно больше атаковать, прессинговали. У соперника не было возможности отличиться у наших ворот. Первый тайм получился просто великолепным. Затем ситуация чуть изменилась, мы сбавили обороты. Но в любом случае игра была сделана еще до перерыва. Чудо не случилось. Молдавия проиграла первый отборочный матч чемпионата Европы 2020. Впрочем, не удалось вырвать победу и на выездном матче против Турции 4-0. Но у молдавской сборной есть все же повод для гордости. Вратарь трехцветных – бывший игрок тираспольского «Шерифа» Алексей Кошелев в числе лучших голкиперов европейских сборных. Это по результатам Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020. Чего только стоят сейвы и отбитый пенальти Кошелева в последнем матче против Турции. Впереди у молдавских футболистов встречи с новыми соперниками – Андоррой, Албанией и Исландией. На победу надеются и болельщики сборной.